Вітаю телеканал Миколаїв, в ефірі програма «Це вас хвилює». В студії я, Валерія Момот. Традиційно у цій порі ми запрошуємо вас до бесіди, присвяченій юридичним питанням. Сьогодні тема нашої бесіди – безоплатна правова допомога та відкриття бюро правової допомоги. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися з ними до нашої студії за телефоном 76 92 42. Ну що ж, а за відповіддю на наше питання ми звернулись до досвідченого експерта. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії заступник начальника відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Пазурчик Вікторія Дмитрівна. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про роль безоплатної правової допомоги. Роль системы бесплатной правовой помощи вообще она основывается на трех основных направлениях. Первое направление – это правоосвещение, то есть донести до граждан какую-либо информацию. Второе основное направление – это правовая информация и консультации. Третье – это вторичная правовая помощь, то есть она предусматривает представительство интересов в суде перед другими лицами, а также написание процессуальных документов, процессуального характера. Вот. Кто же предоставляет эту правовую помощь? Предоставляют в уголовных делах, то есть вторичную правовую помощь адвокаты. Вот. Сейчас по гражданским и административным делам предоставляют штатные юристы, потому что вот завтра у нас начнется открытие бюро правовой помощи, я немножко позже расскажу. Вот. И также в нашем центре создался новый отдел, в наших центрах по всей Украине, в местных центрах отдел представительства, где работают штатные юристы и предоставляют правовую помощь по гражданским и административным делам, а также предоставляют правовую помощь свидетелям и потерпевшим в уголовных делах. У нас есть такие полномочия предоставлять правовую помощь им. Вот в таком порядке. Хотелось бы еще отметить, что система вообще предусматривает бесплатную правовую помощь. Такие моменты, как вот равный доступ к правосудию, то есть все, независимо от их там, половой принадлежности, социальной защищенности какой-то, в любом случае, то есть эта система, она уравнивает тех граждан, и они могут получить бесплатную правовую помощь, могут получить правовую квалифицированную помощь вот, наравне со всеми гражданами Украины. Вот. Также вот, мы верим в то, что у нас как такое, знаете, между в команде мы всегда пользуемся таким выражением, да, что мы верим в то, что достойная жизнь напрямую зависит от того, насколько лицо знает свои права, имеет желание и возможности их реализовать. То есть, вот, насколько он будет знать, куда обратиться, что с этим сделать, и тогда вот, мы действительно можем помочь этому человеку. Также государство признает бесплатную правовую помощь, и тем самым у нас финансирование осуществляется за счет государственного бюджета и также из бюджетов местных бюджетов. Вот. Всегда также ценим доверие наших клиентов, потому что без доверия невозможно работать, да, то есть, и опять же, человек, который доверяет, он обратится вновь и вновь за правовой помощью, и эта помощь будет качественной. Вот. Также хотелось бы отметить, что по поводу, что мы являемся составной частью Министерства юстиции, да, но Министерство юстиции не вмешивается в нашу работу. Это касается того, что вот решение про предоставление правовой помощи клиенту, либо отказ в ее предоставлении, это мы действуем согласно закону, вот, и это не влияет, то есть политические и для другие влияния, они абсолютно никак к нам не относятся, то есть мы действуем согласно законодательству. И мы не вмешиваемся в адвокатскую деятельность, то есть она является независимой, вот, и стараемся как можно больше взаимодействовать с разными гражданскими организациями, территориальными общинами для того, чтобы как можно больше людей знало о нашей правовой помощи. Так, дякую. А хто на сьогоднішній день має право на безкоштовну первинну і вторинну правову допомогу? На безплатну вторичну і первичну правову допомогу имеют ряд категорий граждан. Первичная правовая помощь у нас имеют право все категории граждан, вот, граждан и, вернее, все лица, которые находятся под юрисдикцией Украины. То есть это могут быть граждане Украины, это могут быть лица без гражданства, это также могут быть иностранцы. Вот, те, кто вот в данный момент пришел за помощью и находится под юрисдикцией на территории Украины. Первичная правовая помощь, она включает в себя это правовые разъяснения, информация, да, правовые юридические консультации, также медиация, то есть это у нас разрешение вопросов в несудебном порядке, путем переговоров. И к первичной правовой помощи также относится непосредственно вот разъяснение, как получить доступ к вторичной правовой помощи. Вторичная правовая помощь, она у нас предусматривает
К ней она предусматривает у нас составление документов процессуального характера, защита от обвинений, также представительство интересов в суде, органах местного самоуправления, государственной власти, также перед другими лицами. Непосредственно вторичная правопомощь, она оказывается только определенной категории граждан, так скажем, незащищенных слоям населения. Вот. Статья 14 закона Украины о бесплатной правовой помощи, там перечислен непосредственно весь перечень, какие непосредственно граждане имеют право обратиться за такой помощью. Так, дякую. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що ми спілкуємось у прямому ефірі, і якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися до нашої студії за телефоном 76 92 42. Ми продовжуємо. І, як я розумію, на первинну правову допомогу мають право всі громадяни, ті, хто знаходиться на території України, а на вторину не всі. Давайте поговоримо, хто саме має право на вторинну правову допомогу. Вот как раз вот стаття 14 закону о бесплатной правовой помощи, она предусматривает перечень вот, категорий граждан, которые могут обратиться к нам за вторичной правовой помощью. Это у нас первый пункт, это малообеспеченные лица. То есть совокупный доход семьи которых ниже уровня прожиточного минимума или граничит с уровнем прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц это 1450 гривен, для лиц, утративших трудоспособность, это 1130 гривен. Вот. Если, следующая категория, это у нас инвалиды. Инвалиды, у них немножко другой идет установленный минимум, в размере менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных, то есть это 2260. Также это дети, сироты, дети, лишенные родительского попечительства, бездомные дети, дети, которые пребывают в сложных жизненных ситуациях, пострадавшие вследствие военных действий или вооруженных конфликтов. Следующий пункт – это лица, задержанные за административное правонарушение или к тем лицам, которым применен административный арест. Также лица, на которых распространяется действие закона про беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной и временной защите. Здесь хочу сделать оговорку, внутреннее перемещение особо, да, это внутренне перемещенные лица, у нас не прописано, то есть нет такого пункта, вот, и они не относятся конкретно к этой категории, они идут на общих основаниях, мы стараемся найти все возможные варианты, да, чтобы помочь им, вот, но, к сожалению, на данный момент вот, внесен законопроект про изменения вот, непосредственно, но пока еще нет. Следующая категория – это ветераны войны и лица, на которых распространяется действие законов о статусе ветеранов войны и гарантиях и социальной защиты, то есть участники боевых действий, да, участники антитеррористических операций, все подходят под эту категорию. Следующая категория – это, согласно закону Украины о пенсиях и особых заслугах перед Украиной, у нас установлен перечень граждан, вот, которые имеют право на особые заслуги, вернее, у которых особые заслуги, у которых есть удостоверение почетного звания, такие как мать-героиня вот, и так далее. Вот. Эти лица тоже имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь. Лица, следующая категория, лица, в отношении которых суд рассматривает дела об ограничении гражданской дееспособности физического лица или признании физического лица недееспособным. Лица, которые, согласно уголовно-процессуального законодательства, являются задержанными. Также лица, реабилитированные в соответствии с законодательством Украины, и лица, в отношении которых суд рассматривает дела о предоставлении их психиатрической помощи в принудительном порядке. Вот получается 11 у нас категорий, да, и статья 14 закона Украины о бесплатной правовой помощи. Так, дякую. А відкриття бюро, коли воно буде і як можна дізнатися подробиці? Довгожданне событие, да? Так. Уже завтра вот у нас 1 сентября на всей территории України, там около 400 бюро, начну свою роботу. Да, если брать по Николаївській області, у нас будет 18 бюро, вот, которые с завтрашнего дня начнут уже полноценную работу, вот, и люди уже смогут прийти и обратиться за помощью, за первичной, за вторичной, за любой консультацией, которая им будет необходима. Вот. По Николаївській області у нас будет открыто, опять же, повторюсь, 18 бюро, и они будут находиться по одному бюро в каждом районном центре. В Баштанке, Березанке, Братском, Веселиновом, Воскресенске, в Радевке, Доманевке, Еланце, Казанке, Кривом Озере, Новом Буге, Новой Одессе, Ольшанском, Очакове, Снегиревке и Южноукраинске. Этот перечень утвержден приказом Координационного центра номер 25 от 31 марта 2016 года. Адреса непосредственно этих 18 бюро я немного позже расскажу, потому что там большая информация, мы немножко оставим на потом.
Так, добре. Які функції покладено на бюро правової допомоги? Здесь тоже очень интересный вопрос, потому что бюро правовой помощи, они не являются юридическими лицами, да, они не являются новоорганизованными учреждениями и не имеют статуса, не имеют административного персонала, не требуют дополнительных расходов на управление, а они являются обособленными подразделениями местных центров, 100 местных центров бесплатной правовой помощи, которые на данный момент уже функционируют по Украине. Основной задачей вообще бюро это будет правоосвещение, то есть той информации донести до людей. Вот. Также наряду с этим, то есть основной задачей будет предоставление правовой помощи, правовых консультаций, юридических консультаций, разъяснений, составление документов непроцессуального характера, разного рода заявлений. Вот. Также, что здесь стоит отметить, то есть будут работать квалифицированные юристы, штатные юристы, вот, и у нас существует система общая Wikilegalite, то есть все консультации, они загружаются в одно облако, вот, и любой работник бюро, да, каждый работник бюро, он сможет зайти, поинтересоваться, добавить, то есть это постоянно обновляется, то есть информации будет достаточно много, то есть юристы будут общаться, повышать свой уровень качества, да, непосредственно предоставление правовой помощи. Последствием вообще бюро правовой помощи ожидается прилив новой крови, так скажем, то есть потому что это сельские районы, да, это малые города, то за счет того, что мы поднимем, как сказать, поднимем интерес, да, спрос, больше людей будут знать об этом, соответственно, больше адвокатов, возможно, будет работать, потому что вот основной тоже немаловажный моментом, немаловажным, это то, что вот в таких отдаленных населенных пунктах у нас очень мало адвокатов, или их просто нет, и люди, они не могут получить квалифицированную помощь. За счет этих бюро непосредственно доступ до правовой помощи людям будет ближе, и, соответственно, вот в таком будет работать дух бюро нашей правовой помощи. То есть вы несете информацию в массы? Да, да, да. Так. Добре. А які цілі мають бюро правової допомоги? Бюро правової допомоги має дуже багато цілей. В першу чергу, це доступ до правосуддя, тобто непосредственно розрішення питань. Но тут також стоїть відмітити, що дуже великими очікуваннями йде той момент, що буде дуже багато урегулювання в несудебному порядку спорів. Тобто за счет цих консультацій, за счет правової грамотності населення, да, за счет того, що ми донесемо як можна більше інформації, от іменно правової, юридичної грамотної інформації к людям, мы попробуем разгрузить, так сказать, судебную систему, потому что очень много исков, очень много обращений, а попросту, ну, разные бывают ситуации. Также очень большим моментом является то, что ранее только адвокаты имели право предоставлять правовую помощь, они проходили определенные обучения, тестирование, заключали контракты с центрами и предоставляли правовую помощь. По уголовным делам, действительно, согласно уголовно-процессуального законодательства, они остаются предоставлять правовую помощь. Вот. Но это было, так скажем, негативным моментом, это была монополия адвокатов, что другой юрист не мог предоставить правовую помощь. Здесь получается искоренение вот этой вот монополии адвокатов, и вот непосредственно по гражданским и административным делам будут предоставлять правовую помощь юристы. То есть люди с образованием юридическим, которые не имеют адвокатского удостоверения, да, но они к этому, может быть, идут. Вот, соответственно, будут повышать свой опыт работы, да, свою квалификацию и помогать людям. Также вот, какие еще основные цели, задачи, да, направления деятельности. Очень надеемся, что уменьшится насилие в семье. То есть как бы будет объем информации, да, то есть люди могут как-то смогут как-то задуматься. Также надеемся на искоренение коррупции на вот именно таком базовом низшем уровне, да, то есть чтобы не возникало, да, очень хотим, что это действительно будет действовать. И ожидания наши, надеемся, оправдаются. Так, я нагадую вам, шановні телеглядачі, ми спілкуємось у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися до нашої студії за телефоном 76 92 42. Пані Вікторія, ми продовжуємо. Я хотіла вас запитати, можливо, хтось з наших телеглядачів не знає, чим відрізняється бюро правової допомоги від центру безоплатної вторинної та первинної правової допомоги? Да. Ну, смотрите, вот у нас в Николаївській області вообще знаходиться 3 місцевих центра, один регіональний центр, вот, і у нас, як ієрархія йдет, координаційний знаходиться в Києві. Бюро правової допомоги, вони у нас будуть під руководством, під гідом місцевих центрів. Тобто це обособлені підрозділення
управления местных центров, которые будут взаимодействовать с местными центрами соответственно. То есть и все юристы, которые будут работать, если они будут предоставлять вторичную правовую помощь, обращаться в суд, вот, то там поручения, все доверенности на представительство интересов именно клиентов будут все писаться, да, выдаваться местным центрам. То есть местный центр принимает решение по отношению к бюро. Вот, чем они отличаются. И отличаются то есть тем, что гражданские административные дела бюро работают, вот, местные центры, а региональный центр, он по уголовным делам работает. Вот. И если вот разграничать, да, то региональный центр у нас начал свою работу в 2013 году по уголовным делам. Местные центры по Украине начали работу в прошлом году с 1 июля. Вот. И вот с 1 сентября у нас начинает работу непосредственно бюро правовой помощи. Вот. И также хочу отметить, может быть, адреса, наверное, да, давайте расскажем. Первый центр местный Николаевский по предоставлению вторичной правовой помощи у нас находится по адресу город Николаев, улица Образцова, 4А/2, и контактный телефон это 47 20 90 47 20 91. Вот. Это так, место, куда и треба звертатися. Да, это непосредственно, да, те, кто в городе. Вот. И сейчас я хочу озвучить районы, которые относятся именно к первому центру по территориальной юрисдикции. Вот, то есть люди могут позвонить в центр и уточнить, если там кто-то не услышал, или есть какая-то информация непосредственно, потому что ранее у нас были осуществлялись выездные приемы непосредственно в этих районах, вот, а в дальнейшем сейчас начнут работать бюро, и выездных приемов не будет, потому что там непосредственно люди будут работать каждый день. Районы, которые относятся к первому центру, это Березанский, Николаевский, Новоодесский, Очаковский район, город Очаков, и Заводский, и центральные районы города Николаева. Также у нас, я как я говорила, что у нас по городу три местных центра у нас находится. Второй центр по предоставлению вторичной правовой помощи находится по адресу город Николаев, улица Космонавтов, 61. И контактные телефоны второго центра это 44 54 60 44 54 61. Вот. И районы, которые относятся, ну, которые обслуживают второй центр, бюро, которое будет непосредственно работать с завтрашнего дня под эгидой этого центра, это Баштанский, Березнеговатский, Жовтневый, Казанский, Новобухский, Снегиревский, Ленинский и Корабельный районы города Николаева. У нас также есть третий центр, вот, это Вознесенский местный центр по предоставлению вторичной правовой помощи, он находится у нас в городе Вознесенск, находится по улице Киевская, 26А. И районы, которые относятся непосредственно к этому центру, Арбузинский, Братская, Веселиновский, Вознесенский, Врадевский, Доманевский, Еланецкий, Кривоозерский, Первомайский район и город Вознесенск, Первомайск, Южноукраинск. И сейчас я хочу озвучить также адреса непосредственно бюро, которые с завтрашнего дня будут работать, и людям не нужно будет ехать в центр и в город, чтобы получить правовую помощь. В городе Очакове с завтрашнего дня начнет работать центр по улице Торговая, 44. В городе Первомайск, улица Грушевского, 1. В городе Южноукраинск, проспект Цветочный, 4. Баштанка, улица Полтавская, 8/1. Березанка, улица Центральная, 41. Березнеговатая, улица Соборно-Николаевская, 1. Братская, улица Ленина, 131. Веселиновая, улица Дмитрова, 6, Врадевка, улица Героев Врадевщины, 89, Доманевка, улица Ленина, 21А, Еланец, улица Горького, 15А, Воскресенск, улица Кирова, 84, Казанка, улица Мира, 213, Кривое озеро, улица Шевченко, 1, Ольшанка, у нас находится бюро будет в городе Николаеве по улице Очаковская, 142, Новый Бух, улица Гагарина, 7, Новая Одесса, улица Ленина, 179, и Снегиревка, улица Суворова, 49. Так что завтра ждем вас на открытие бюро. Мы будем, надеюсь, поможем вам в ваших вопросах. Так, дякую. Давайте поговоримо про те, що, наприклад, людині потрібна правова допомога. Які саме документи їй потрібно взяти з собою, щоб їй змогли дати кваліфікаційну допомогу? До центру або до бюро? Да, к бюро и к центру одинаковый, идентичный пакет документов. Вот. Тут опять же стоит вопрос, какую клиент хочет помощь получить. И если лицо обращается к нам в центр, ему нужна консультация, то есть первичная правовая помощь, он приходит с паспортом, подтверждающий свое
лицо и непосредственно получает свою первичную правовую помощь. Вот. И если в ходе этой консультации выясняется, что здесь действительно есть проблема, есть спор, и необходимо решать в судебном порядке, да, то есть необходимо, в таком случае это вторичная правовая помощь, как я говорила раньше, согласно статье 14, если человек, лицо подпадает под правовую помощь, он предоставляет эти документы, и мы ему оказываем эту помощь. Документы, согласно вот теперь каждой, конкретно каждой категории, я могу сказать, какие документы нужно поднести в центр. То есть в любом случае это идет паспорт, подтверждающий лицо, обратившееся в центр. Вот. И если это у нас малообеспеченное лицо, да, совокупный доход, семьи которых меньше или граничит с уровнем прожиточного минимума, то здесь паспорт в любом случае. И также справка о доходах, подтверждающих непосредственно, что доход меньше или граничит с прожиточным минимумом. 1450 для трудоспособных, 1130 для нетрудоспособных граждан. Вот. И также, если иногда бывает просто доход может превышать, да, но мы еще смотрим на совокупный доход семьи. При этом получается, что тогда еще нужна справка о регистрации, то есть о проживании, сколько человека в составе семьи, справочка. Вот в таком случае. И справка о доходах всех членов семьи, потому что совокупный доход семьи вычисляется. Вот, суммарный. Вот, следующая категория — это инвалиды. Вот, и тут тоже. Тут должно быть в любом случае паспорт, да, подтверждающий. Также МСЕК или удостоверение инвалида, подтверждающий данный факт. И также справка о доходах. Напомню, что здесь идет менее или граница с двумя прожиточными минимуме для нетрудоспособных. Это 2260, то есть если ниже, да, и если 2260, то тоже как бы имеет право на правовую помощь. Вибачте, будь ласка, у нас телефонный дзвінок. Так, мы вас слухаємо, ви в студії. Скажите, пожалуйста, если я на Миві живу, где я могу получить правовую помощь? По какому адресу? На Намыве, это у нас Заводский район, да, территориальная юрисдикция первого центра. Вы можете сейчас в данный момент прозвонить 47-20-90 или 47-20-91. Как я называла выше, это город Николаев, Образцова 4А, дробь 2. Это район старого ЖД вокзала. То есть можно обратиться и даже сейчас прозвоните, и вам окажут правовую помощь. Так, дякуємо вам за дзвінок, ми продовжуємо. Да, возвращаемся, у нас третья категория, это дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, да, то есть в этом случае, опять же, обращаются, скорее всего, не сам ребенок, а через представителя. Если это законный представитель, то он не должен подтверждать какого-либо, если он законный представитель не подтверждает, да, свою законность, это и так понятно. Если, я имею в виду, если это усыновитель, да, то в таком случае здесь необходим документ, подтверждающий усыновление. Также удостоверение, получается, удостоверение лица самого представителя, то есть паспорт представителя, удостоверение лица субъекта права, то есть ребенка, вот, и могут обратиться, соответственно, уже в этой категории мы примем и окажем правовую помощь. А чему может дитина сама звернутися до центру, вообще, якщо неповнолітня? Да, вообще такая практика, то есть у нас обращается через представителя, потому что ребенок несовершеннолетний. Но вот у нас недавно была такая ситуация, буквально вот 2 недели назад обратились, и мы назначили, потому что там очень долго объяснять, там действительно там уголовное дело, и ребенок остался без представителя. Мы непосредственно обратился он и назначили ему адвоката. Вот, то есть, ну, тут нужно привлекать и опекунский совет в определенных случаях может кто-то не мать и не отец, но есть, будет являться законным представителем, там бабушка, дедушка, но на тот момент непосредственно ребенок там был, вот, и мы назначили адвоката. Может ребенок обратиться в любом случае. И здесь еще хочу отметить момент, что если вот дети-сироты или дети, лишенные родительского попечения, здесь еще может иметь место насилие в семье. Здесь тоже очень важно отметить. И вот в таком случае при подаче всех этих документов мы, если, то есть как бы если такое имеет место, то подается заявление, в котором излагается непосредственно эта информация о том, что имело место насилие или как, то есть, ну, вся обстановка, да, располагает, то есть как бы, ну, предупреждение, то есть как бы уведомляется центр об этом моменте, чтобы реагировать как-то на это. Следующая категория — это про беженцев. Вот здесь тоже подтверждение, если есть паспорт, потому что беженцы, соответственно, могут быть и из другой страны и так далее. То есть здесь какой-то документ, подтверждающий лицо, если есть. Здесь также должна быть справка из миграционной службы и документ о
Сейчас, чтобы более подробно сказать, документ – это справка про обращение с… про прошение защиты у Украины, потому что это беженцы, да, они просят убежище. Вот. И, в принципе, здесь это вот основные моменты. Также, если это… Если это ветеран войны, да, то здесь, соответственно, здесь паспорт, подтверждающий самого лицо, и удостоверение участника боевых действий, вот как раз АТО, да, то есть очень много к нам обращаются участников антитеррористических операций по разным абсолютно вопросам, социальным вопросам разным, вот, и удостоверение боевых действий, подтверждение. Если лица, которые имеют особые… имеют особые заслуги перед Украиной, да, там, мать-героиня. Опять же, здесь подтверждение удостоверения, да, то есть подтверждение этого статуса, чтобы предоставил, ну, чтобы мы могли предоставить правовую помощь. Если у нас категория по поводу… Суд рассматривает дело про ограничение гражданской дееспособности физического лица или физического лица признания недееспособным, то в этом случае мы предоставляем, то есть мы идентифицируем само лицо. Вот, если лицо обращается через представителя, согласно, мы должны подтвердить, то есть лицо представителя, да, идентифицировать. Вот, и определение суда об открытии производства конкретно по этому делу про признание лица недееспособным, да, или непосредственно… ограничение его дееспособности. Вот. Также еще тут хотела добавить, что в любом случае, то есть если представитель, он подтверждает свою, то есть с паспортом приходит, и то есть удостоверение личности, подтверждение самого лица, которое обратилось в центр. Вот. То есть это само можно по доверенности, да, то есть обязательно документ должен подтверждать, что имеет право представлять интересы этого лица, которого обратится в центр. Вот. И если по уголовным делам, то есть согласно уголовно-процессуального законодательства, те лица, которые являются задержанными, да, это относится к уголовному, к региональному центру, в том случае у нас мы предоставляем вторичную правовую помощь на основании не мы, а региональный центр, это не, немножко не к нам, мы направляем, но я все равно хочу отметить, вот, что по постанове следователя, прокурора или определения суда, то есть на основании этого назначается адвокат из числа адвокатов, которые работают, реестра, которые работают с центром, вот, для предоставления правовой помощи. Так, ну що ж, я дякую вам, дякую, що ви завітали до нашої студії. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що це була програма «Це вас хвилює». В студії була я, Валерія Момот. До наступної зустрічі!